Вітаю вас в ефірі програми відзеркалення сьогодні? Ми поговоримо про готовність міста до зими та про роботу комунальних підприємств Харкова. Наш гість Дмитро Маринін, депутат міської ради шостого скликання, громадський активіст. Вітаю вас, Дмитро. Добрий вечір. Ну отже, в минулій програмі ми говорили про підготовку міста до зими, але це було ще 10 жовтня. Так наскільки я пам'ятаю, ну як на сьогоднішній день ви оцінюєте готовність міста? Ну да, про, вы правильно заметили. В принципе, тогда, когда мы пров... был я на передаче, тогда еще не было распоряжения подписано. Распоряжение подписано 15 октября было о начале отопительного сезона. Но мне хотелось прежде всего сказать, что на передаче 10 числа очень помогла ваша передача, помогла не мне, помогла харьковчанам которым я э, сказал, как они могут обращаться ко мне, как со мной поддерживать связь, для того, чтобы я мог чем-то им помочь. И вы знаете, э, спасибо вашей передаче, спасибо соцсетям. И очень много людей обращалось ко мне. Многие вопросы нам удалось решить. В основном это вопросы, связанные с отоплением, горячей, горячей водой, разрытие, э, бездорожье, незаконные постройки. Uh, Многі випросити ми вирішили, і uh, ще багато питань залишилось вирішити. Ну яким чином ви вирішуєте питання? Ось до вас звернулася людина. Надалі. А это мой секрет, вы знаете, вот я э, не выдаю свой секрет, я просто, знаете, вот я решаю вопросы. Каким чином я их решаю? Это, знаете, мой маленький пока секрет. Все об этом потом узнают. Мы, мы с вами сейчас чуть позже поговорим, я вам расскажу, как мы будем дальше решать вопросы. Но самое смешное, что э, увидев то, что весь город, больше половины города разрыто, э, нет дорог, я читаю 12 буквально, 12-го числа на сайте Горсовета я читаю очень интересную и, на мой взгляд, смешную новость. Игорь Терехов дал поручение качественно убирать город от листвы. Ну, честно, вы знаете, у меня и смех, и слезы, я уже не знаю, как мне на них злиться. Они, они такое впечатление, что они живут в городе в другом. Люди без горячей воды. Вот Алексеев, к примеру. Более трех месяцев без горячей воды. О, а он рассказывает о том, что надо убирать листья. У меня такое впечатление, что Терехов живет в другом городе. Да убирайте листья, зачем вы об этом говорите? Вы лучше скажите, когда у людей будет горячая вода и будет отопление. И э, 15 октября, как я сказал, было подписано распоряжение городского головы. Я немножко подождал. И 27-го на своей странице в Facebook я опубликовал пост. 27 числа как раз утром было 5 градусов тепла. Я опубликовал пост с таким вопросом, предложением харьковчанам: если у вас есть проблемы с водой с горячей и с отоплением, пожалуйста, пишите в своих комментариях с указанием адресов, районов и так далее. И тут, знаете, как говорится, понеслась. И тут действительно люди Настолько э, не сдерживали себя некоторые. Ну, я не буду зачитывать те предложения, которые некоторые делали. Ну, самые корректные это были <coughs> пойти греться в националь. Э, Кто-то предлагал взять шины и пойти под националь. Кто-то говорит, давайте не будем брать шины, а просто пожарим шашлыки возле националя. Я говорю, давайте не будем так радикально, давайте мы начинаем разбираться и будем разбираться действительно предметно со всеми. Ну вот у меня здесь чуть больше 50 адресов. Это я уже не говорю о том, что на сегодняшний день значит, Алексеевка, Павлово поле, Горизонт практически без тепла. И, кстати, это на фоне того, что Терехов на сайте Горсовета, опять же, 27 числа докладывает о том, что жилой фонд, с теплом на 80%. Но я вам могу сказать, что по моим данным эта цифра, наверное, максимум 50%. Что это означает? Это означает не просто ложь, это означает халатность чиновников. Понимаете, я не могу это называть иначе, потому что на самом деле люди продолжают писать, люди продолжают звонить и говорить, Дмитрий Алексеевич, что нам делать? Вот два, назову вам хотя бы пару адресов. Атакара Яроша 7, пишет женщина, не буду называть ее фамилию, мерзнем вместе с грудничком. Улица Станкостроителей, это, по-моему, поселок Восточный, улица Станкостроителей 14. Два ребенка, 6 лет и один годик, отопления нет. Про, учитывая то, что Терехов говорит, что Социальная сфера готова. Пишут люди. 27-я больница. Люди пришли лечить сердце и заболели воспалением легких, потому что в больнице нет отопления. Вот результат. Результат работы сегодняшней городской власти, которая, я так понимаю, не отвечает перед харьковчанами за то, что она делает. Поэтому, что мы делаем? То есть люди прислали мне свои, как говорится, просьбы, свои обращения с адресами. Это не значит, что Дмитрий Алексеевич послушал, рассказал тут вам на передаче, дальше пошел. Первое. Сегодня параллельно с тем, что я нахожусь у вас на передаче, сегодня наши громадские журналисты общаются с теми людьми, которые обратились ко мне, едут, выезжают на адреса, берут у них интервью и с этим интервью, это интервью будет приложено к нашему обращению. Для начала это будет обращение к начальнику штаба по подготовке к зиме, тире первому заму городского головы Терехову Игорю Александровичу, с которым мы придем к нему и зададим ему вопрос, почему, по вашим данным, Игорь Александрович, жилой фонд на 80% уже с теплом, а по нашим данным все наоборот. Пусть он ответит, когда будет реально тепло у харьковчан, когда будет горячая вода у харьковчан. А если он не хочет отвечать или не сможет отвечать, то ему тогда придется отвечать уже не перед нами, а перед правоохранительными органами. И следующий наш шаг будет ⁇ это э, обращение в областную прокуратуру, для начала, о халатности чиновников. Потому что я уверен, и я знаю об этом, что харьковская городская власть на сегодняшний день доложила о стопроцентной готовности города к зиме. Но я вижу, и на улице, наверное, я нахожусь, вижу, что происходит. И я вижу обращение людей. Поэтому это ложь. И э, мы на эту ложь будем реагировать, и мы будем заставлять эту городскую власть реально работать. И харьковчане увидят, как они начнут работать. И вот здесь вот тут, ну, тут ответ на тот самый вопрос: а как я это буду делать? А мы будем делать это очень просто. Мы просто будем к ним приходить. И если Игорь Александрович решит от нас э, спрятаться и не ответить на вопрос, то у Игоря Александровича есть начальник его непосредственный, Геннадий Адольфович Кернес. Тогда мы пойдем к нему. И неважно куда. На второй этаж или поедем в националь. Мы соберем людей и поедем греться к нему в националь. Люди это предлагают. Но пока я их сдерживаю. Я их сдерживаю для того, чтобы они сами подумали о том, что они должны сделать. Скажіть, будь ласка, а, а з чим можуть бути пов'язані ці проблеми з водопостачанням гарячим та опалювальним сезоном? Чому немає так в багатьох будинках ще тепла? Все це зв'язано з тим, що харківські теплові сети мають великі долги. Перед тец 5 перед этим самим, Нафтогаз України? Насколько. Мне известно, на сессии, на вот сессии Харьковского городского совета, тепловым сетям из бюджета было выделено 70 миллионов гривен, для того, чтобы они погасили свой долг. Это целевые средства, для того, чтобы они погасили свой долг перед ТЭЦ-5. И я так понимаю, им начали отпускать тепло. Но вся суть в том, что опять мы тратим деньги, те, которые могли бы уйти совершенно, скажем так, в другом направлении, на дороге или еще на что-нибудь. Я объясню почему. На сегодняшний день, я об этом твержу на каждой вашей передаче и при любой возможности говорю, есть такое, я его уже называю, знаете, предприятие «Паразит», коммунальное предприятие «Жилкомсервис», которое на сегодняшний день должно коммунальному предприятию тепловые сети около полумиллиарда гривен. 500 миллионов. Вдумайтесь в сумму. Так почему на сегодняшний день, объясните мне, они выделяют 70 миллионов из бюджета тепловым сетям? Пусть жилкомсервис рассчитается с тепловыми сетями, и это не 70 миллионов, а почти 500. И представьте, если бы эти суммы денег не ушли в непонятном направлении, а были выплачены адресату, то есть подрядчику, Я думаю, что вряд ли были бы такие проблемы, и вряд ли были бы такие задержки з включением тепла в дома, в больниці, в школу, и так далее. Ну, скажіть, до речі, як ідуть справи з судовим позовом, який ви подавали щодо комунального підприємства Жилкомсервіс? Прошло ще одно засідання а, «Жилкомсервісу». І На этом засіданні мы услышали два основных момента, которые. должны знать харьковчане обязательно. Представитель жилком сервиса подтвердил, что на сессии Харьковского городского совета, четвертая, по-моему, сессия, если мне не изменяет память, пятого созыва, в 2006 году имущество харьковчан, живущих в многоквартирных домах, было передано в коммунальную собственность территориальной громады Харькова. Это я уже объяснял на, на прошлой передачи, то есть э, вот если мы с вами живем в многоквартирном доме, то мы являемся не только собственниками своей квартиры, мы являемся сособственниками э, всех конструктивов дома. Что сделали эти ребята в 2006 году? Они нам с вами сказали, ваши только квартиры, все остальное мы у вас забираем в так называемую коммунальную собственность и оно больше не ваше. То есть это что? Это беспредел, который они учудили в 2006 году. Также потом в 2007 году они организовали вот эту вот структуру под названием «Жилком по сбору денег, которая не оказывает никаких услуг вообще. Она просто собирает деньги. И второе немаловажное, чтобы знали харьковчане. Помните, я вспоминаю сразу фильм «Комедия собачье сердце». Как говорил профессор Преображенский, не читайте советских газет перед обедом. Так как же не читать, если все газеты советские, да так никаких и не читайте. Так вот, что я могу сказать харьковчанам: как оказалось, что договор, который они якобы заключили с Жилкомсервисом, был напечатан в некой газете Слобода и они его прочитали или не прочитали это не важно. Если вы его даже не прочитали и не написали через месяц или через два, э, то, что вы отказываетесь от этого договора, значит, вы машинально согласились на этот договор. Поэтому харьковчанам, к сожалению, я могу сказать, читайте газеты Керноса. Другие можете не читать. Читайте газеты Кернеса, чтобы вы в любой там, в другой момент вдруг нечаянно не увидели, что с вами заключили еще какой-нибудь договор, который понадобился вдруг Геннадию Адольфовичу, для того чтобы улучшить свое финансовое положение. Поэтому вот такая на сегодняшний день ситуация. И на э, этом заседании я зачитал доклад областного прокурора на тот момент э, Синчука губернатору э, Харьковской области Авакову. Э, это был доклад э, по поручению губернатора о законности создания коммунального предприятия Жилкомсервис. И в этом э, докладе четко сказано что жилкомсервис был создан незаконно, с нарушениями многих статей Конституции, с нарушениями многих законов и подзаконных актов. Но тем не менее, этот жилкомсервис что делает, пока продолжает работать и собирать <coughs> с харьковчан деньги. Ну, я думаю, что мы э, в ближайшее время это все, этот весь беспредел закончим и поставим все на свои места. Я на это, я в цьому навіть уверен, не сумніваюся. Ну, ще одна цікава справа, яку ви, як громадський активіст, контролюєте, це справа Тетяни Цибуль, як голови адміністрації новобаварського району. А ну що зараз відбувається, як ви це оцінюєте? І нагадайте, будь ласка, глядачам суть цієї справи. знаєте, я починаю навіть улубатися, тому що я не просто наблюдаю за цією справою. Я завжди присутствую на засіданнях по збранню міри пресечення, Татьяне Анатольевне. На одном из таких заседаний, перед одним из таких заседаний, я даже вручил ей книжку для изучения «Кроя и шутья». Вот. Ну, посмеялись так, поюморили. На самом деле, обвиняют ее за то, что она не задекларировала довольно на крупную сумму драгоценности. Кстати, эти драгоценности она хранила вместе с для нее с ценными еще вещами. Для нее ценные вещи это ленточка Георгиевская еще была там и партийный билет партии региона. Ну, видно, хранила, она, наверное, ждет. Я знаю, что она ждет, видимо. Поэтому я это все, знаете, вот воспринимаю с улыбкой, хотя Татьяна Анатольевна... Очень злилась, она злится до сих пор на меня, потому что я ей прямо в глаза говорю, что вы, Татьяна Анатольевна, вы некомпетентны, во-первых. Во-вторых, зачем же вы прятали? И э, это все, знаете, она, конечно, воспринимает очень больно для нее, потому что она считает себя, у них почему-то все считают себя такими великими и неприступными. Но когда дело доходит до суда, и э, на всех заседаниях э, они вместе с адвокатами пытались смягчить ей меру пресечения. Ей суд вынес сначала круглосуточный домашний арест. На последнем заседании они просили смягчить меру пресечения в связи с тем, что она очень больна, что ей нужно обследование, что ей нужно лечение стационарное. Назывались даже медицинские учреждения, в которых она должна быть на лечении. Вот и в связи с этим я, так думаю, суд воспринял это и дал ей ночной домашний арест для того, чтобы Татьяна Анатольевна поправила свое здоровье, как говорится. Ну, я так понимаю, что по последним событиям, что здоровье у нее все, со здоровьем у нее все хорошо. Вы понимаете, о чем я говорю, да? О том, что э, тут интересное такое распоряжение. Вчера мои коллеги, правозащитники, были в гостях у нее на приеме, и она им зачитала распоряжение городского головы, в котором написано так. Координацию работы администрации Холодногорского района возложить на главу администрации Новобаварского района. То есть Татьяна Анатольевна, помимо того, что будет э, выполнять обязанности э, главы администрации Новобоварского района, она теперь еще будет координировать работу администрации Холодногорского района. Ну, честно, ну я опять бы хотел тут поулыбаться и посмеяться, честно. Это, ну, знаете, ну, цирк. Это цирк. Э -э, но по этому поводу у меня есть что, конечно же, как всегда, сказать. Ну, первое, это говорит о том, что. Скамейка запасных у Кернеса закончилась Закончилась, нет у него людей, которым, которые хотят, во-первых Потому что я знаю, я не буду называть фамилии Я знаю, что Кернес предлагал некоторым людям возглавить Холодногорский район И они отказались Ну, людям уже надо, знаете, думать о будущем О светлом будущем, а не о грязном прошлом Никто, никто не хочет пачкаться коррупционной схемы. И мы все прекрасно понимаем, для чего Кернесу нужен человек, который должен там находиться. У Кернеса любой, Вот мы общались там по некоторым моментам, по обращениям жителям, к жителям, мы понимаем о том, что главы администрации у Геннадия Адольфовича это чистые фунты, которые ничего не решают. Единственное их решение это обелечивание. Я это говорил и буду говорить смело. Они наблюдают за тем, кого надо обелетить по поводу той или иной постройки, бедных этих э, предпринимателей, которые и так визжат от всяких там налогов и всех остальных. И тут еще эти ребята, которые всегда вовремя придут и подставят плечо, и принесут какую-нибудь платежку или еще что-нибудь. Поэтому, Геннадий Адольфович уже нельзя отставлять э, э, это самое. Без присмотра, Холодногорский район. А Татьяна Анатольевна для этого очень хорошая кандидатура, я думаю. Поэтому э, меня не удивляет то, что Цыбульник э, будет координировать работу. Ну я даже не знаю, как это, вот, знаете, как это координировать. Что она будет делать? Вот я еще раз говорю. Вот они все, в принципе, все главы администрации Кирнаса, они все координируют. Они ничего не делают. У них нет денег, они не распоряжаются средствами бюджетными. У э, Кернеса, для чего он создавал жилкомсервис? Чтобы деньги не сосредотачивались у ЖЭКов, а были в одном предприятии, подконтрольном ему, которое ничего не делает, просто собирает деньги, которые он видит. Вот собрали 25 миллионов, он знает, он даст команду, куда эти 25 миллионов должны уйти. То же самое. Глава администрации. Для чего? Почему фунты? Потому что они смотрят за, за его э, выполнение его распоряжений и за тем, кто что строит, кто что, э, какие предприятия открывает, какие работают там салоны красоты или все остальное. Поэтому, э, в принципе, координация для Татьяны Анатольевны это та же координация, которую она проводит в Новобаварском районе. Тем более, что, как они не говорили там со своими адвокатами, что если она будет под домашним арестом, то будет коллапс на Баварском районе при подготовке к зиме. Никакого коллапса никто не увидел. Единственное, что мы увидели, это как Татьяна Анатольевна опубликовала в Фейсбуке, что она законсервировала там несколько десятков банок консервации. Так это ж полезно. Теперь Татьяна Анатольевна будет кушать зимой консервацию и читать мою книгу «Кройки и шитья». Зразумело. Так, а что вам відомо про розгляд апелляции у Полтавы по справе міського головы Геннадія Кернеса? А, Апелляция, ага, апелляционный суд города Полтавы а, будет рассматривать апелляцию Генеральной прокуратуры и а, потерпевших 12 ноября. А, что мне известно? Ну, мне известно только а, две вещи. Первая вещь – это то, что Геннадий Адольфович попытался поменять город для рассмотрения апелляции. И Верховный суд это рассматривал. Этого у него не получилось, поэтому апелляция вернулась в Полтаву. Теперь следующим шагом он пытается со своими адвокатами, они пытаются, точнее он пытается договориться с некими людьми в Киеве, серьезными людьми, которые оказывают влияние на судейский корпус и так далее. И я пока не буду называть фамилии этих людей, я их назову, наверное, когда мы будем 12 ноября в апелляционном Полтавском суде областном, вот там я их и назову. Пока я не хочу называть эти фамилии, сохраню интригу, но могу сказать, что фамилии довольно громкие и серьезные. И он ведет переговоры, он уже с одними переругался там своими, с другими, потому что э, Гена любит обещать, он любит обещать всем. Э, ну, у кого, с кем получится хорошо, с кем не получится и разведет руками, это он тоже умеет. Скажет, ну извини, не получилось. Так что единственное, что могу сказать, что мы э, общественность харьковская, мы поддерживаем сегодня пострадавших, которые пострадали от этих ребят Кернеса и его охранников. Мы поддерживаем, естественно, просьбу Генпрокуратуры вернуть дело на рассмотрение в суд первой инстанции и рассматривать его заново. Потому что мы знаем способности Кернеса, мы знаем способности его охранников. Ну и много, многие, много эти тушни, я с ними тоже знаком, которые, в принципе, способны на многое, к сожалению. И мы будем контролировать дальше, и мы не дадим затягивать это дело. Будем идти дальше, дальше, дальше. Должно быть что? Законный, вынесенный приговор по закону Украины. Не так, как хочет Кернос, а так, как должно быть по закону. Потому что как бы ни говорили кто, в нашей стране э, все-таки перемены идут. Я тоже критикую власть, я критикую Киев, я критикую не только Харьков. Критикую всех, игрой с Манайси. Но перемены все-таки есть. И эти перемены я вижу. Я вижу э, по поводу того, что на самом деле на сегодняшний день происходит в, на уровне города. Ну в самой какой сфере вы бачите? Э, на сегодняшний день... Я вижу, что начала работать судебная система, действительно. Это я испытал на себе лично. Я увидел, что прокуратура действительно тоже начинает понимать, что они ответственны. Понимаете, как вот? Как, как у Кернеса, у его главы администрации. Вот глава администрации, директора департамента они все воспринимают свои э, посты и должности как место для э, какого-то потока э, освоения средств. Они не воспринимают свое место как место, за которое придется отвечать. Вот почему я сказал вам о том, что Терехову, как начальнику штаба по подготовке к зиме, надо ответить, почему город сегодня не готов к зиме, почему они врут, почему он рассказывает о том, что они будут убирать листья, когда люди сидят с горя... без горячей воды и без тепла. Также прокуратура чувствует, что у них есть ответственность. Сегодня судьи чувствуют, у них есть ответственность. Вот я недавно был на круглом столе по судебной реформе, по судебной реформе. И одна из глав судей попыталась рассказать, как им плохо живется, как им тяжело с точки зрения того, что у них много дел, что у них в суде нет раздевалки даже. А я привел им пример. А у вашего судьи, вот мы зашли, я не буду называть сейчас этого судьи. А у вашего судьи в его кабинете стоит теннисный стол. Объясните, пожалуйста, так какие раздевалки? И я им говорю: ребята, уважаемые судьи, вы не жалуетесь, если вы не справляетесь или считаете, что вас перегрузили работой? Пожалуйста, идите в народное хозяйство. Пусть другие, пусть придут молодые, и молодые начинают работать. А молодые, они резвые, эмоциональные, они будут работать. Тем более, что сейчас молодежь действительно готова была бы их заменить. Так что, вот, именно в этих направлениях я вижу, что все-таки идет сдвиг. В работе прокуратуры, в работе суд судов. Конечно, для таких единственное, что я, мне нравится слово децентрализация, но для таких городов, в которых такие мэры, как Кернес, Децентрализация пагубно влияет, потому что эти деньги, если бы они шли на нужды громады, то сегодня не было бы разрытий, то не было не сидели бы люди по несколько месяцев без горячей воды. И это, знаете, рассказывать и рассказывать можно. Нам не хватит ни, одно, ни двух, ни трех, ни пяти передач. Сколько мы сегодня на сегодняшний день, приходя к харьковчанам, видим, что происходит у них в домах. Поэтому много хороших начинаний. Я думаю, что степ-бай-степ, медленно, но уверенно, ну, все будет добро В нашем государстве и, главное, в нашем Харькове, я думаю, что, я как говорил в прошлой передаче, что время Кернеса закончилось, у него плохое здоровье, хоть он и говорит, что он у него, оно у него очень хорошее. Но я думаю, что ему бы надо было, конечно, пролечиться поехать в Израиль, полечиться. Мы бы тут восстановили действительно после него, постарались во всяком случае восстановить после мэра хозяйственника то, что они тут начудили. А начудили они очень и очень крепко. Но мы обязательно это исправим, поверьте. И харьковчанам я говорю, что мы им поможем с теми обращениями, и все будет хорошо. Дякую за такий підсумок. Позитивний. Я нагадаю нашим глядачам наш гість сьогодні. Дмитро Маринін, депутат міської ради, шостого скликання, громадський активіст. Ви дивились програму відзеркалення? На все добре, до побачення. До